Добрый день, дорогие друзья! Уже давно закончилась девятилетняя, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали и стали мудрее солдаты и офицеры. Но память о далекой афганской войне жива, и стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния. Многие с войны вернулись окрепшими, возмужавшими. Их грудь украсила ордена и медали, награды за мужество, отвагу и честь. А кому-то не суждено было вернуться к родному порогу. Полегли они на каменистой афганской земле. Но память о многих мальчишках, не вернувшихся с той войны, память о тех, кто ушел из жизни в мирное время, будет вечной. Митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана, объявляется открытым. Дорогие друзья, приглашаем всех возложить цветы к памятнику воинам-афганцам Змеевщины, погибшим в Афганистане. Через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую, в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья. Им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Слово предоставляется главе Змеевской районной государственной администрации Кошеленко Виталию Анатольевичу. Уважаемые участники боевых действий, уважаемые присутствующие, прошел еще один год, который, я надеюсь, навсегда отделяет нас от тех страшных военных конфликтов, которые во многих странах мира, где волей судьбы приходилось принимать участие нашим ребятам. Сегодня я вижу зрелых мужчин, на лицах и висках которых отпечаток войны. Он никогда не исчезнет. Я скажу, что вот наши афганцы районные являются образцом и примером для нашей молодежи, образцом и примером своей активной жизненной позиции. Так, то, что им не мешает заниматься основной своей работой, помнить о своих тех, кто погиб, помнить и заботиться, и приходить к нам со своими предложениями. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать вам, может быть, мы не совсем много сделали то, что требуется, и не на все отреагировали то, что вы просили, но я обещаю, по мере возможности мы будем этим заниматься. Вы знаете, вот стоит сейчас руководитель организации, есть очень большой перечень и тот список, с которым вы ко мне подходили. Мы, Петр Владимирович, Татьяна Владимировна, будем периодически все-таки, не то что периодически, а чаще обращать на проблемные вопросы внимание и оказывать помощь, начиная от проблемы вот этого памятника, то, что сейчас вокруг него, и по всем другим вопросам. Мы помним и чтим ваш подвиг, помним погибших и светлую память украинских бойцов, которым не суждено было вернуться на родную землю. Я прошу почтить минутой молчания. Thank you.
обращаться председателю Змеевского районного совета Тимофеевой Татьяне Владимировне. Уважаемые ребята, семьи, близкие, тех, кто не вернулся с афганской земли. Вы знаете, сегодня вспоминаем те счастливые, красивые картинки возвращения советских войск из Афганистана. Мне хочется пожелать нам всем, чтобы мы увидели такие же счастливые лица матерей, жен, детей от прекращения сегодняшней войны, которая происходит на территории Украины. Очень хочется пожелать всем вам крепкого-крепкого здоровья, мирного неба над нашей страной, чтобы никогда больше наши мужья, отцы, сыновья, наши близкие, наши родные не участвовали ни в одном конфликте, то ли в Украине, то ли за ее пределами. Очень сложно, правда, сегодня говорить, потому что, к сожалению, меняются ценности, меняются стереотипы. Но то, что вы сделали, как вы проживаете свою жизнь, это является, правда, образцом для всех, для нас, для молодого поколения. Поэтому крепкого здоровья, счастья, мирного неба всем нам. Слово предоставляется председателю районной организации воинов-интернационалистов Хиль Виктору Станиславовичу. Хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что пришли почтить память погибших воинов в Афганистане. Не забыли, и я думаю, если мы не забыли о той войне, то закончится и это. Потому что народ, который забывает людей, которые отдали свою жизнь за Родину, он повторяется судьба. Поэтому поблагодарить хочу вас и пожелать всем мира, добра и всего самого лучшего, чтобы мы собирались только по хорошим поводам. Спасибо вам. Слово предоставляется Змеевскому городскому голове Кучкову Петру Владимировичу. Уважаемые воины-афганцы, уважаемые присутствующие, я поздравляю вас с сегодняшним днем, днем вывода войск с Афганистана. Хочу в этот день пожелать вам всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Ну а то, что городской совет и дальше будет заниматься благоустройством вот этого памятника и помогать вам, я обещаю. Всех с праздником, спасибо. Митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана, объявляется закрытым.